Михаил Пришвин «Золотой лук». Мы жили в деревне. Перед окном у нас был лук, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: очень красиво, лук золотой. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что лук не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, лук был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру лук опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые. Сжав их в кулак, мы закрыли бы желтые. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого лук становится опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что он спать ложился вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставал.